В Чувашии, как и в целом по России, дошкольных учреждений катастрофически не хватает. Очереди не уменьшаются, а места в имеющихся дошкольных учреждениях родители стараются резервировать сразу же после рождения ребенка. Хотя в последнее время в республике идет активное строительство детских дошкольных учреждений, но средств в казне все равно недостаточно. Большие надежды в решении детского вопроса возлагаются на бизнес. Осуществлять такие проекты планируется в рамках государственно-частного партнерства. О том, как уже реализуется этот проект, в нашем следующем сюжете. Машенька, лови! Кто тебе пришел, Маша? Двухлетние Миша и Маша почти 4 месяца посещают детский садик. Правда, не простой, муниципальный, куда из-за большой очереди они не попали, а частный. Соответственно, за дошкольное образование своих чад родители этих деток платят не по муниципальным расценкам, а по частным. В некоторых садиках выходит 9 тысяч рублей в месяц. Сейчас внесены изменения в федеральный закон об образовании в части финансирования частных детских садов. Как только они вступят в силу, изменится региональное законодательство, и родители смогут получать компенсацию оплаты частных дошкольно-образовательных услуг. Ребенок, который сегодня будет ходить в частный детский сад, будет получать софинансирование со стороны бюджета, и тем самым плата родительская за нахождение ребенка в частном детском саду будет уменьшена. Сейчас в городе работают 4 частных детских сада. Их посещает 136 маленьких чубоксарцев, но в очереди по-прежнему более 10 тысяч малышей. Если программа по развитию частно-государственного партнерства в сфере дошкольного образования заработает в полную силу, подобных садиков станет гораздо больше. На сегодняшний день в администрацию города уже начали поступать заявки от предпринимателей, желающих открыть частный детский сад. Поступила заявка одного предпринимателя, который пришел и предложил построить детский сад вместимостью на 140 человек, на 140 детей. И также пришло письмо от частного детского сада, который не вошел в список тех 4, которых я озвучила ранее, но тем не менее тоже просит с ним рассмотреть вариант, чтобы тоже войти вот в список тех частных детских садов, которые будут пользоваться поддержкой со стороны муниципалитета. Преимущество подобных садиков налицо. В группе из 10 деток воспитатель может заняться каждым индивидуально. Специалисты отмечают, что малыши в таких группах меньше болеют, раньше учатся разговаривать, быстрее осваиваются в незнакомых коллективах. Таким детям проще дается и учеба в школе. Для самих садиков тоже есть преимущество. Во-первых, детей будет побольше, а во-вторых, упростится процедура получения лицензии, поскольку санпины и другие требования к частным садам в последнее время смягчились. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика.